изложил генпрокурор и свою версию пожара на военном арсенале в Калиновке. По мнению Юрия Луценко, причина трагедии – диверсия, но она стала возможна из-за служебной халатности военных. Периметр цього об'єкту фактично був беззахисним. 17 службовців воєнної охорони ВОХРа були явно недостатніми для забезпечення режиму на об'єкті. Уже сьогодні встановлено, що цей режим масово порушувався звідомо, а навіть за наказу керівника цієї бази. Диверсия – причина пожара и на воинских складах в Сватове в 2015 году и Балаклее в марте 2017. Как сообщил генпрокурор, Укравиарух предоставил данные о беспилотнике, который прилетел со стороны России и сбросил на Балаклейский арсенал два термобарических снаряда. Это могло произойти из-за служебной халатности должностных лиц Генштаба. Отдельные вопросы у следователей к Минфину. Сразу после взрыва в Балаклее правительство выделило деньги на усиление охраны военных арсеналов. Но на места они дошли только через полгода.